Саш, ну давай уже спать. Ну ничего не случится с твоей машиной, тем более все самое ценное ты уже принес. А если он захочет значок с машины украсть? Саша, ты же сказал, что ты сверхчувствительную сигнализацию поставил, ну? Это да. Это ты права. Ну, падла, я его сейчас словлю. Сейчас. Саш, ну все, ну я не думаю, что он еще раз вернется. Давай ложись. А если он захочет дворники снять? Саш, сигнализация же. Ну да. Ну да. Я знаешь, как ее настроил? Если даже дыхнуть на мою ласточку, она сработает. Саша, успокойся и ложись спать. Все, ложусь. Ай, блин. Ну, падла, сейчас я тебя устрою. Значит так, сейчас пойду ночевать в машине. Я устрою засаду этому любителю чужих автомобилей и разобью ему лобовуху. Ну, надо так, надо идти. Все, давай, спокойной ночи. Ну, я тебя сейчас сделаю. Я думала, он уже никогда не придет. Пришлось ему дворники снять, чтобы он понял, что его сигнализация полная. А он пошел устраивать тебе засаду. Ну пусть в машине поспит, а мы пока здесь, да? Что это? Блин, он этот придурок еще и сигнализацию поставил на кровать. Дверь заблокирована. Боже мой, лучше бы он тебя в машине поймал. Опла! Пинь! Лук, лук! Опла! Шири. Опла! Любименький, это действительно фокусник из Франции, и он просто делал фокусы. А мне потом эти фокусы воспитывать, да? Сейчас эти ляски масяски отстрелю. Ладно, тогда так. Тогда я тебя в рукопашную возьму, иди сюда. Не надо, не надо, не надо, стой, 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 не надо. Опа! Браво! Ты, иди сюда! Опла! Мон амур! Опла! Это куда? Подожди! Браво! А что с ним будет? Опла! Будет все хорошо. О, ты че? Опла! На троих! Яна! Мы дома! А муж! Он, наверное, с комом. Быстро прячься! Быстро! Давай в шкаф, господи, по классике. Яна, знакомься. Граф. Граф Яна. Класс. Мне коллега по работе оставил, говорит, присмотри за собакой. А сам командировку умотал. Слушай, такая классная собака. Смотри, сидит. Граф, лежать. Ты видала? Класс. Можно он у нас недельку поживет?
Ты знаешь, я не была готова к этому. Давай ты с этой собакой у своего друга недельку-то и поживешь. Ё, ну как можно? Ты же самая умная собака в мире. Да? Видала? Граф, а? Что там? А, там, наверное, кот пометил этот шкаф, и когда мы его, наверное, покупали. Да какой кот? Граф просто так ничего не делает. Я же говорю, умнейшая собака. Так что... Уберите, пожалуйста, собаку. А вот и нашелся кот, который шкаф пометил. Я так понимаю, тебя. Это мой этот... Любовник я ее. Я понял, что ты ее. Давайте поговорим с вами как взрослые люди. Пожалуйста. Давайте. Граф, поговори с ним как взрослый человек. Граф, молодца! Он орёт! Изверги! Человек вам ничего не сделал! О! Походу, граф у нас еще недельку поживет. Зачем? А вот твоя мама только что СМС написала, что скоро приедет. Приезжайте, мама, мы вас очень ждем. Правда, граф? Молодца. Я в интернете прочитал, такая штука забавна. У самого щекотно, так я тебе говорю. Попались подраночки. Егорушка, не надо. Затвор закрой. Лариса. Я Вика. Выбач. А там у вас дробь чи пуля? И то, и то. Вам обоим хватит. Егорушка, я сейчас все объясню. Что ты ему объяснишь? У него там 16-й калибр, нам обоим хана. 12-й. Да який 12-й? Это ж Зауэр. Ну и что, что Зауэр? У меня 12-й. У него 12-й, а может быть даже и 10-й. Затвор закрой. Что, серьезно? Так это ж редкий экземпляр. Их всего 1000 штук выпустили. Ха, я всегда мечтал такой в руках подержать. А можно? Ну-ка, лежать. Эх, Ларисика. Я Вика. А, Викочка, смотрю на тебя и завидую мужу твоему. Спасибо. Так я ружье себе отхватил. Эх, сейчас бы на кабана с таким ружьем. Ну, нельзя, запрет. А ты чё, типа охотник? Ну, да. И где ты охотишься, охотник? Там, в Конотопе, в Сухоручье, Печёсткой. И что там в Конотопе? Фу, с мужиками такого оленя завалили. Вот с такими вот ушами. А я вот в Белоруссию езжу на кабана. Ездит, ездит, а я вот скучаю одна. Да який там в Белоруссии кабан? Вот у нас под Луховом с мужиками такого кнура завалили. 500 килограммов. Да ладно. Я серьезно тебе говорю. Там даже разрешения не надо. Дай леснику пив литра и стреляй, что хочешь. А где конкретно? А тут недалеко, километров 200. А сегодня у нас что? Четверг? Так сегодня ее смена. По Житомирской трассе? Да, вот так прямо и налево. Кого спросить? Петрович. Петрович? Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, мужик. Да, нахрена я в Беларусь езжу. Ушел, даже не попрощался. Да я за него попрощаюсь. На троих. Яночка, я дома. Ты где? Ой, Яночка, у меня для тебя сюрприз. Сегодня на работе нам дали бесплатные билеты в театр. Добрый день. Пожалуйста, ваш номерок. Вы кто такой? 19-й. Пожалуйста, ваш пиджачок. Так, я не понял, что здесь происходит? Вы сдавать или забирать? Я спросить. Извините, это гардероб, а не справочная. Яна! Яна! Яна, иди сюда! Объясни мне, пожалуйста, что в нашем гардеробе делает мужик в трусах? Вот этот! Работает. Добрый день. Вот. 13-й. Пожалуйста, ваш халатик. Спасибо. Так,
Вы что-то будете сдавать? Нет! Я хочу взять свой свитер и понять, кто вы и что вы здесь делаете! Да, конечно, ваш номерок, пожалуйста. У меня нет номерка! Потеряли номерок. Ай-яй-яй-яй-яй. Я прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне мой плащик, а то балкон все-таки прохладно. Четверочка, пожалуйста, ваш плащик. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего хорошего. А вам я советую найти номерок, иначе придется платить штраф. Саш, Саша, Зайка, все хорошо? Ой, что-то мне Яночка поплохело. Что такое, солнышко? Ты представляешь, мне приснилось, как будто в нашем шкафу сидит мужик и выдает номерки, берет одежду. Саш, тебе показалось. Вот здесь он был. Извините, обедал. О, нашли номерок. Слабенький он у тебя, конечно. Ну ничего, месяц в больнице полежит, а у нас с тобой будет снова медовый месяц. Кстати, а кто-то заходил с балкона? Тебе показалось. На троих. Привет, Бэйба. Привет, мое золото. Вот это поездочка была. Да что? Я не говорю вообще. Полный рот мошкары, полный газ, ветер в лицо, свобода, пацаны, класс. Класс. Главное, договорились с пацанами, вот едем не больше 90. Какой там хер? Выехали только, я сразу 140, ха, все за мной. Так вот, почему ты так рано вернулся, да? Точно, да. Прикольно. А что ты такая заведенная? Как Харлей твинкам. Я? Нет, я наоборот спокойная, как дырочек. Где он? Кто? Твой мотоцикл? Он внизу. Может быть, ты поедешь на нем куда-нибудь, сейчас оседлаешь. Точно. Вперед! Давай. Навстречу судьбе! Давай. Ты мне зубы не заговаривай. Где он, я тебя спрашиваю? Кто? Кто? О ком ты говоришь вообще? Ты кого-то оседлала уже? Я? Тоже? Никто, кроме тебя, меня не седлает. В шкафу? Нет. Блин, как тупо вообще, он в шкафу. Нет, там никого нет, я тебе серьезно. Ну-ка, иди сюда. Сюда иди. То только не бейте. Раньше ты по-другому говорил. Бить? Тебя? Ты же тоже байкер. Я так погляжу. Ты уже в летнем прикиде? Красава! Ты чё, расслабься, байкеры своих не трогают. Проходи, садись. Чё ты? Давай, рассказывай. Как дела, как звать? Евгений? Да не, ну какой Евгений? У нас у байкеров нет имен. Только кликухи. Какая кликуха у тебя? Стальные яйца? Железная жопа? Или кожаный робот? В принципе, все подходит. В натуре подходит. А я ревущий геморрой. Это потому что на мотоцикле много ездить. Вообще-то нет. Ну, это тоже хороший вариант, надо запомнить. Ну, рассказывай, на чем ездишь? На Виктории. Че, классный байк. Ну, правда, колеса маловаты. Как это маловаты? Нормальные колеса. Да маленькие, 10 дюймов, ты че? Ну, нормально, катаешь так, катаешь. А это что у тебя в сумке? Запчасти. Запчасти к Виктории? Да. А ну, показывай! Вот. Это что за запчасть? Это масло проверять. Щуп? Да, он. Красивый щуп. На, пощупай. Что еще? Вот это, значит... О, ничего себе штукенция.
Или что? Это трос. Трос? На буксир брать, да. А в одной руке мотоцикл, второй держишь, а тут газуешь как раз. Стильная штучка, на, подержи. Что там еще? Ну-ка, дай-ка. О! Это что? Это одеваешь так, и чтобы фары не слепили ночью. Что, помогает реально? Да, наверное. Офигеть. Ну-ка, что там где, что есть? А это что такое? Это... чтобы мошкара в рот не залетала. Да ладно. Да, вот сейчас я покажу. Так. Охренеть! А вот это дырочки, чтобы дышать? Угу. Блин, а я каждую поездку мучаюсь с этой мошкарой. Слушай, ты не снимай. Пойдем сейчас пацанам моим покажем. Да, они же тоже от мошкары-то все страдают. Пойдем, возьмем твою сумочку с запчастями. А ты, Виктория, готовься. Я сейчас с ним разберусь и приду, тебя масло щупом проверю. Так что говоришь, браток, на Виктории, да, ездишь? Я ждал этого с момента нашего знакомства. Мы уже знакомы всего час. А ты крепкий орешек. Целый час продержалась. Какой вы... Тихо! Это муж! Как муж? Быстрее на балкон! На балкон! Быстрее! 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 Пипочка, я дома. Привет, поросенок. А что ты в постели? А я устала, решила раньше лечь спать. Да? Да? Ну и правильно. А то ходишь в последнее время что-то невыспанная, так хоть поспишь. Ну да. А то у тебя в последнее время что-то то голова болит, то спать хочешь. Вот сейчас пораньше ляжем, пораньше, как говорится, и начнем. Ах ты мой поросеночек. Это что такое? Это брать не буду. Вещи мужские. Я вижу, что не лукошка с пирожками. Чье это? Тут такое было, Егор. Какое было? Такое было. Какое такое? Вот. Я Супермен. Только что в очередной раз спас мир. Спасибо вам большое, что разрешили вас переодеться. А я думал, что супермены только в Америке. Я к бабушке на лето прилетел. Тут немножко поспасаю. Всего доброго. Подожди. Вик, это что, твои лосины, что ли? И футболка моя. Никакая футболка, какие лосины? Которую ты вывесила на балкон сушиться с утра. Ну ладно, простые люди, я пойду. Злодеи не дремлют, до свидания. Не. Погоди-ка. Тут помощь ваша супергеройская нужна. Какая? Одной женщине повадился злодей один, и спать ей по ночам не дает. Вот его нужно и ликвидировать. Не волнуйтесь, я с ним разберусь. Mm-hmm. До свидания. Куда? Вот. Вы же отсюда прилетели? Устал очень, налетался за сегодня. Я лучше через дверь. Не-не-не-не-не, как прилетел, так и улетишь. Не надо. Давай, давай. Не надо. Давай, я тебе говорю. Не надо. Сейчас толкача пойдем. Супермен, Супермен, полетает низко. А тебя, женщина-кошка, если еще раз такое повторится, я стерилизую. Блин, Вика, ты что ли меня разбудила?
кажется, что на кухне кто-то ходит. Да что? Пойди посмотри. Да что ж такое? Каждую ночь у нее кто-то ходит, кто-то ходит. Женя, вылазь, давай быстрее. На балкон, на балкон. А кто-то у вас через ночь ходит? Откуда я знаю? Иди уже! Он ходит, он! Давай. Иди уже! Все. Да иди уже! Я забыла, что ты здесь! Иди на балкон, быстрее, быстрее, быстрее! Никто там не ходит. Ой. Это тараканы у тебя в голове ходят. Ну спи, спи, спи. Друг другу в гости. Спи. Вроде все. В холодильнике. Я работаю. Ты был так долго. Я тебя так ждала. Муж два часа как ушел. Так мы же тут дороги латаем. Я ж пришлось с работы отпрашиваться. Так сейчас же дождь. Так у нас как раз, когда дождь, самое же ж пекло. А, точно, я забыла. А ты взял с собой средства безопасности? А, да-да-да, конечно. Конечно. О, значит, место работы надо. Вот так. А это все средства безопасности, которые ты взял? А ну, у меня еще каска есть в машине, не могу взять. Все, не надо. Ага. Давай, набрасывайся на меня, закатывай в асфальт. Мы работяга. А ты понял, ну ты представляешь, в яму попал на полдороги. Это кто? Вообще не знаю. Адресом ошибся. Я адресом ошибся. Ты не адресом ошибся. Ты... телом ошибся. Тебе котом надо было родиться. Да и то 9 жизней тебе не хватит. Я тебя сейчас убивать буду. Сука, ты что здесь делаешь? Я дырки латаю. Я тебя спрашиваю, не кем ты работаешь, а что ты тут делаешь? Я с первого раза вопрос понял. Ах ты, сука! Я отпустите меня, мне на работу надо. Мне надо очень на работу. И если хотите, я вам ту яму, которую вы влетели, я ее вам заделаю, залатаю, будет как новая. Ты что, этот автодоровец, что ли? Он самый. Ах ты, посмотри, какая прям двойная удача у нас сегодня. Слушай, ну, хочется тебе что-то подарить. Да давайте это... Да! Ну, спасибо. Это тебе. Спасибо. Вставляй. Куда? Тут, да? Вставлять. В розетку, идиот. А, я так и думал, в розетку. Вот, пожалуйста. А, вот, спасибо. У спасибо. Нас тут розетка. Проверить надо, ждать, что работает. Все. О, работает, спасибо, работает. Иди. Куда? На балкон. Так, там же дождь. Ну, вы ж только в дождь работаете. Так что тебе не привыкать. Давай. Да. Давай. Пойду. Иди. Да. Угу. На балкончик. Ага. Ага. Тут все, тут давай. Жалко-то как. Фен. Все, я могу идти. Нет, подожди. Это еще не все подарки. Во. На. Вставляй. Розетку? Не угадал.
На троих. Дорогая, я дома. Куш, быстро в шкаф. Я не могу в шкаф, у меня клаустрофобия. Знаешь что, если ты сейчас там не спрячешься, тогда ты будешь находиться в другом деревянном шкафу. Давай, быстро. Ох, ну и устал я на этой работе. Ох. А ты чего мужа не встречаешь, а? Я вот встречаю, прям в кроватке, иди ко мне. Ой, Яна, я так устал, как собака. И голодный, как это, как собака. Вот, так что мне сейчас не до этого. Жаль. А что это там у нас в шкафу? Что у нас в шкафу? А что это там за звуки? У тебя что там? Нет, там не любовник. Не, я вообще-то думал, что там барабашка. А теперь думаю, что там любовник. Там собака. Кто? Вав, собака. Я подобрала бездомную собаку и поставила ее в шкаф. А что ты собаку-то в шкафу держишь? А? Потому что у тебя аллергия. Да нет, это я тебе так сказал. Ну, просто, чтобы ты собаку не заводила, а то... Потому что это все на мои плечи ляжет. Мне надо будет по утрам гулять с собакой, кормить ее, убирать за ней. Сейчас гляну, что там у тебя за собака. Ну, как собака обычная такая, знаешь? О, да тут не просто собака, тут кобелина целый. А ну, ко мне. Ко мне, ко мне. Сюда. И что эта собака может? Все. Все. А ну сидеть. Ха, ты молодец. Лежать. Умри. А ну служить. Деньги. Еще. Умничка, умничка. Ну, а теперь тапочки мне принеси. Ты что, ему ничего не сделаешь? Да нет, конечно, ты что? Я животных люблю. А так, собачка какая, а? Хорошая. Я приду домой, а она меня будет встречать. Оставим ее себе. Угу. Да? Только первым делом отведем его завтра к ветеринару. Пусть ему там это... подрежут, чтобы на других сучек не засматривался. Ага. Может, не надо? Так, команды голос не было. А сейчас давай, дуй за пивом. А деньги? Ой. Хороший пес! Углы не обоссыт. На троих! Мастера вызывали. Вызывала. Хорошо, что ты придумал устроиться на работу муж на час. Теперь я могу официально тебя вызывать, пока мы на работе. А хочешь, я покажу тебе свой инструмент? Хочу. Опа! Универсальная отвертка. Смотри. Опа! Вообще-то я подумала про другой инструмент. Любимая, я дома. Быстро прячься. Прячься. А что мне прятаться? Я ему скажу, что я муж на час, у меня инструмент есть. Ай, прячься, а то он тебе этот инструмент знаешь, куда засунет? Понял, я под кровать. Давай. О, любимый! Ты уже вернулся так быстро. Привет. Блин, устал на работе как черт вообще. А ты ложись, отдыхай, а лучше спи. Вот тут сейчас даже с тобой спорить не буду. Чего-то она так скрипит. Это мы ее расшатали-то? Ну, конечно, мы. А кто же еще? О, черт. Ты опять вставать, лезть под кровать, смотреть, что там скрипит. Нет! Чего нет? Может, она сейчас сама перестанет скрипеть. Да как она сама перестанет? Ты чего? Вот, смотри.
В натуре. Вот что значит мужик в доме, а? Ну да. Пойду пивка возьму. Что мне делать? Иди на балкон. Он уснет, а ты потом убежишь. Да. Целуй, целуй, мама. О, сегодня ж футбол. Блин, да что ж за день сегодня такой, ё-моё, ещё телек не показывает. Теперь придется идти на балкон, чинить антенну. Нет, нет, нет! Чего это ты? А может, он сейчас тоже сам починится? Как сам починится? Это антенну надо... Сам починится! У! Блин, в натуре. Спасибо, Виктос. Да я-то тут при чем? А, ну да. Мужик в доме. Да, практически в доме. Ну что, починилась? Ага. Само? Само. Вот что значит настоящий мужик в доме. Да. Одной только силой мысли прибил сегодня полочку, карниз починил. А, и розетку же сделал. Настоящий мужик. Это точно. Так, пойду еще пивка возьму. Ага. А пока можно спрятаться в ванной. Там как раз кран течет. Кому спрятаться? Кому? Хахалю твоему. Ну, кстати, завтра вы встречаетесь у меня в гараже. Надо же наконец-то починить этот Запорожец. 10 лет машина стоит. Давай. Слышь ты! Вставай! Нас застукали! Мастер! Только попробуй. Ян, я вообще в туалет хочу пойти. Ты сам выбрал половину с телевизором и балконом. Блин, как я вообще мог жениться на такой стерве? А ты потерпи. Сейчас разведемся и разъедемся. Ай, все, не могу я терпеть, короче. Так, преждевременная 7, 8, 9 букв. Нет, Ян, я так не могу. А, эякуляция, точно. То, что он рядом сидит, так он еще и подсказывает, что мне делать. А ты привыкай, мужик. Ведь на моем месте могла бы быть ее мама. Это, кстати, является основной причиной развода. Женечка, не слушай его, он просто больной. Ничего, сейчас мы... Давай накроемся, давай. Да? А, Саша, подай, пожалуйста, одеяло. Что значит «подай»? Ты кто такая мне? Подай! Только обмен. Хорошо, чего ты хочешь? Ну, а... Подожди, а где эти штучки резиновые? Я, кажется, забыл. Саша, а? Подай там в тумбочке презервативы. Что значит «подай»? У нас с тобой рыночные отношения. Хорошо, что ты на этот раз хочешь. Значит так, я хочу сексуальный 6 букв коньяк. Ну и как нам теперь сексом заниматься? Ну не знаю. Воздушные поцелуи есть? Может и воздушный секс существует. Яна, я в туалет хочу. Извини, это уже его территория. О! Это ко мне. И попробуйте только за черту переступить. Засужу! На, мужик, это тебе. Выручил меня сегодня. И запомни, к сексу надо готовиться. И к приезду моей мамы тоже нужно готовиться. Викуля, я дома. Да, давай. Работаем, прекрасно.
Отлично, Багира, Багира. Багира, что здесь происходит? Это не то, что вы подумали. Конечно. Так, работаем, работаем. А, это вы на паспорт фотографируете? Что ты меня позоришь? Это известный фотограф. Он лауреат международных этих конкурсов. К нему очередь на месяц вперед. У нас просто фотосессия. Да, да, не мешай. Молодец, воздух от движения, эмоции. Я прошу прощения, а почему она полуголая? А потому что он работает в стиле ню, это его конек. Да. А вы почему в трусах? Как это объяснить? Это состояние души, нужно войти в образ, поймать экстаз. Он гений, гений. Молодец, красота. Beautiful, beautiful. Я прошу прощения, маэстро. Что? Мне кажется, глаза, да. Глаза. Мне кажется, я знаю, как сделать ваши фотографии очень дорогими. Да? Как? Я где-то читал, что работы художников больше всего в мире ценятся после его смерти. Особенно внезапно. Не надо, это известный фотограф. Фотограф? Не надо. Крышечку сжимать надо. Фотограф. Упс. Яна, шо оно воняет? Ты что, моль травить решила? Саш, во-первых, не воняет, а благоухает. А во-вторых, это арома палочки. Они расслабляют и успокаивают. Яна, походу, они у тебя бракованные. Чё это? Да потому что они не успокаивают, а раздражают. А я, блин, думаю, куда все тараканы у нас делись? Так они, оказывается, надышались, успокоились и где-то релаксуют. Саша, для тебя нормальный аромат – это... запах носков вонючих из-под кровати. Ян, для меня нормальный аромат, это чтобы в квартире пахло борщом, а не плановой дезинфекцией. Фу. Что он такой мужлан, а? Неужели ты не можешь расслабиться, вдохнуть ароматы свежести, яблока, манго и лаванды? Что у меня, по-моему, полная голова этих ароматов и свежести. Сейчас расколется. Саша, что за цирк? Саша! Яна, у меня аллергия на эту, на лаванду, а я еще всегда смеялся. Где эту лаванду возьму? Так а вот она! Спасибо тебе, женушка! Ну, Сашенька, прости, пожалуйста. Так, все, Яна, я вернусь через час, чтоб тут все проветрено было, понятно? Ты, твою ж мать! Эй, власть, у нас есть час. Капец, у меня же аллергия на пыль. Я думал, я сдохну там, пока твой муж идет. Что, нельзя было в квартире поубирать или что? Ну, наконец-то. Я ждал этого момента весь рейс. Каждый поворот этого гребаного руля. Поросеночек, а ты мне не изменял? Я? Пипочка? Конечно, нет. Слово дальнобойщик. Ну, тогда раздевайся, но не спеши. А то тебя могут оштрафовать за превышение скорости. А кто же ты меня может оштрафовать-то, а? Как это кто? Патрульный булитка! А ну-ка, водитель, покажите-ка свои документики. Ой, а я свои документы дома забыл. Тогда мне придется вас наказать. Да! Да! Накажите меня, инспектор, накажите! По всей строгости. Ну все. Что значит все? Я все, рано завтра вставать, завтра в рейс. Ты же говорил, что это, соскучился. Соскучился еще как? Ну, вот сейчас в рейс на недельку сгоняю. И еще как соскучусь. А я тебя вообще почти не наказала. Что ты говоришь?
Я такой наказанный, а мне живого нет, а живого места нет. Ой. Егор. Ой, как всегда. Я извиняюсь. Кто вы такой? Тише, вы разбудите Егорыча. Я Сашка, напарник вашего мужа. Это... А что вам надо? Ну как, у нас у дальнобойщиков правило. Если напарник хочет спать, надо его подменить. На чем вы там остановились? На наказание за превышение. Вы знаете, это мое любимое наказание. Позвольте, я посмотрю. Что вы делаете? Я вот тут вот посмотрю. Что вы под капот лезете? Ай, это же я назад! На троих. Ну что, ты готов? Чтобы я тебя наказала. Накажи меня. Ух, как я сейчас тебя накажу. Накажи. Я тот самый сосед, который вас затопил. Накажи меня. Это что происходит? Саша, это не то, о чем ты подумал. А о чем я должен был подумать? У тебя плетка в руках, этот хмырь, сосед наш сверху прикован наручниками к нашей кровати. Простите меня, пожалуйста. Нет, тебя я точно не прощу. А меня? А тебя, Яночка, я расцелую за такой подарок. В смысле? Ну как? Ты ж приковала того самого соседа, который нас 2 года назад затопил. Дай сюда плетку, дай плетку. Эх, сейчас я тебя отомщу. За 2 года ремонта. За все 2 года скандала с моей любимой женой. Нет, я никакой не подарок. Яна, ну ты ему хоть скажи. Я не понимаю, о чем он, давай, бей его. Сейчас я тебя врежу. Нет. Да, она меня сама затащила. Сама затащила и хотела переспать со мной. Да. Да, я его специально затащила. Но не для того, чтобы переспать, а для того, чтобы ты его наказал за все бессонные ночи. Умничка моя, моя ты любимая. Нет, я кричать буду! Вот это ты правильно заметил. Зая, а что ты все выходные лежишь на кровати? Потому что имею право. А может, ты сходишь с друзьями встретишься, а? Да сейчас. Мне эти рожи на работе надоели. Я от них отдохнуть хочу. У нас же продукты закончились. А сходи в ночной. Не, через 15 минут футбол начнется. Не успею. А ты что, футбол без пива будешь смотреть? Что значит без пива? Вон холодильник затаренный. А ты вчера все выжрал. Да ладно. Да. Блин. Угу. Надо идти. Надо. 15 минут. 15 минут. До начала. Блин, спасибо, что напомнил. Ладно, не это за что. Это прям лучшее, что ты сказала в жизни. Блин, не зря на тебе женился. Иди, говорю. Приди за пивом. Ладно, иду. Иду. Не надо, я все объясню. Все майские просидел, с ума сошел совсем. Иди давай, может тебе кушать, пить, а? Не кушать, не пить. В туалет пусти. Иди давай, иди. Вика! Вика! Что? Блин, пошел, а бабки забыл. А где они? Бабки? А! Где? О! Все? Ушел? Иди давай! В туалет он ушел! Не, в туалет не надо. Кушать неси и попить чего-нибудь. Яна!
Саня, туки-туки. Туки-туки, Ян Саня. Простите, что вам помешал вашей, так сказать, прелюдии. Я это же задрелью к Саньке. Здравствуйте, Евгений Михайлович. А это кто? Это сосед. А это кто? Янка, ты что это, Саньке своему изменяешь? Да нет, вы просто не так все поняли. А что тут это понимать-то? У вас же Санька с этим делом не очень. Я ж слышу, ну вернее не слышу, а сейчас вот услышал. Вот, это что получается? Это, получается развод, да? Санька это съедет. Так, а у кого мне дрель брать? Да, да, никто не будет разъезжаться, никакого развода. Вы просто не так все поняли. Ага, да. Так объясни тогда, чтобы понял, кто я с тобой. Это представитель ЖЭКа. Понимаете, просто у нас как бы долг по коммуналке, вот, а у Саньки-то, вы понимаете, какая зарплата небольшая, вот и приходится отрабатывать. О, ты звери, а! Что ж вы делаете с людьми? Да, чтобы еще квартиру-то не отобрали. То есть я понимаю, вас, наверное, долго там, ого-го! Да. Сколько? 1000. Всего? Всего? 1000, и ты такое с ним вытворяешь? Ай, ну вот еще штраф и пеня. Ой, мне срочно в банк надо, у меня аж 12 000 долга. А вы так не переживайте. Как не переживайте? Если ты за 1000 с ним вот такое делаешь, что же они со мной за 12 сделают? У меня-то жены нету. Друзья, дрель. Какая нахрен дрель? Меня самого скоро продырявят. Ай! Ну что, продолжим? Я так прям уж завелась из-за этих долгов. Ну, ты чего? Подожди, у меня там просто тоже долг по коммуналке, и жена одна дома. Ты знаешь, я, наверное, пойду домой. Да подожди, я же пошутила. Пошутила, да? Я уже один раз застал у себя проверяющих из Горгаза и Облэнерго. Счетчики они проверяли. У них там строго сейчас все с этим. Я лучше все это дело оплачу и как бы вернусь. Да? Я быстро, я мигом. А там все, да? Все, пока, целую. Куда я дома? Это что происходит? Любименький, я хотела сделать тебе подарок. Подарок? Я так вижу, ему ты подарок уже сделала, да? Судя по его довольной роже. Или ты с такой дебильной улыбочкой по улице ходишь? Сейчас я тебе кисточку отрывать буду. Вы неправильно все поняли. Эротическая живопись — это искусство. Ага. Мы составили шедевр. Шедевр? Молчи. Я за искусство все знаю. Цена ж картины повышается, когда художник творить не может. Вот я тебе когда твою кисточку оторву, ты уже такое в спальне моей творить не сможешь. Иди сюда, я тебе сказал. Но мне моя кисточка еще нужна, у меня дома своя натурщица есть. Что? Тогда я из тебя Ван Гога делать буду. Только я тебе не только ухо оторву, а еще и зубы. Ну? Но это же картина была специально для вас, ваша жена попросила. Я хотела сделать сюрприз на твой день рождения. Офигенный сюрприз. В смысле, картина была бы сюрпризом. Ну, согласитесь, получилось прекрасно. Какие формы, линии, какой изгиб. А, какой изгиб. Я этот изгиб видел еще, когда он был реально как на картине. Между прочим, женщина, как дорогое вино, с годами становится лучше. Скисни. Да, некоторые моменты я, конечно, приукрасил. Некоторые? Да ты полный апгрейд сделал. Посмотри на ее попку. Это же крепкие орешки. А тут вот апельсины и такие уже полежавшие. Ну, знаешь ли, из меня довольна.
она довольна. Дай другим тогда получить удовольствие. Коллега, а что вы думаете по поводу груди нашей натурщицы? Ну, они как гончие псы, которые устремлены к сердцу мужчины. А мне вот больше не напоминает спаниеля, который потерял своего хозяина. Знаете что? А сами посмотрите на себя. Один рисует раз в месяц, а второй обещал принести кисть для побелки, а у самого кисточка для подводки бровей. Все, я ухожу, а вы меряйтесь своими кисточками сами. Да, я, пожалуй, тоже пойду домой. Тебе домой мы пойдем вместе. Теперь я буду рисовать твою натурщицу. А если я не соглашусь? Ну, тогда тебя нарисуют. Точнее, обрисуют. Мело. Ну, только такие не очень профессиональные художники. Я. И туз козырный, и две шестерочки на погоны. Снимай, давай. А музыку? Тут-ста-т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 ут-ста-
прочим, мы с другом играем в карты. С другом? В карты? Да. Вообще-то с друзьями в карты на раздевание не играют. А мы не на раздевание, мы на деньги. А это что? Почему это он голый? У меня просто деньги закончились, я решил вещами рассчитаться. Смотри, какую я футболочку тебе выиграла и джинсики. Между прочим, для тебя. Че, 505-е? Ага. Не маловатое? Не-не-не, тебе как раз. Ну что ж, продолжим. Так, а, подожди, а у тебя чего блузка расстегнутая? Че, это же у меня денег не было, я ее проиграла, а сейчас отыграла. Да, да. Что-то не верится мне. Нет, сегодня реально не мой день. Карта не пошла сразу, и все. Не пошла? Да. А что у тебя осталось? Ну, носки и вот часы. Ну, носки можешь себе в уши засунуть, а на часы я сыграну. Ну-ка, Викуль, дай. Ну, пожалуйста. А ты давай беги, чайку приготовь. Сейчас я тебя уделывать буду. На. И вот тебе туз козырный и две шохи на погоны. А? Блин. Молодец. Гони туфли. Лузер. Слышь, дай отыграться. Так а что у тебя осталось-то? Угу. Носки. Ну, носки ты можешь себе в уши засунуть. Я, пожалуй, пойду. Хорошего вечера. Стоять! Бери это. $1000. Ставлю. На все это. Что? Мой подарок? Да сюда! Иди чай сделай, а я пока отыграю. Лузер. Черный, зеленый? Зеленый без сахара, типа не знаешь. У меня козы. Какой темный страшный лес. Попалась красная шапочка. Уходи, серый волк. Не для тебя мама пирожки лепила. А ты не хочешь спросить у меня, почему у меня такие большие глаза и ушки? Я хочу знать, а все ли у тебя такое большое? А? Сейчас узнаю. Это что у нас здесь происходит? Мы репетируем с коллегой. Да, у нас скоро... Корпоратив. Корпоратив. Каждый отдел должен приготовить творческий номер. Вот мы и делаем сказку «Красная шапочка» и «Серый волк». А чё, волк в трусах?
это чтобы в роли животного вжиться. По Станиславскому работаете? Да. Очень приятно. А это что такое? Лукошка, что там? Пирожки. Отлично. Я как раз с работы. Голодный, как вот этот вот в трусах. А может, не надо? А может быть, не надо? Интересные пирожки. Ну что ж, псина, сейчас я тебя дрессировать буду. Лежать! Стоять! Сидеть! Лапу! Друг... Не трогай ее! Скотина такая! Голос! Молчать! Молодец, хорошая собачка. Так, а теперь тапочки принеси. А вот, пожалуйста. Я сказал, принеси. Быстро! И пивка по дороге захвати. Хорошая собачка. А у тебя почему такие большие глаза? От страха. А может быть, ты меня отстегнешь, а? Не могу. Мне же твоего кобеля еще стерилизовать нужно. А вот потом займемся тобой. Ну-ка, тузик. Шарик, как я тебя там назвал? Ты что мне тут в тапки надел? Ах ты ж! Ах ты, синяя такая! На троих! Дорогая, я дома. Это не то, что ты подумал. Тебе торба. Я тебя сейчас убивать буду. Ты что думал, просто вот так вот можно с моей женой спать? Я Саша, тебя сейчас разорву. Саша, подожди, подожди. Саша, он нам нужен. Что? Зачем он нам нужен? А он нам розетку починил, которую ты 2 месяца обещал починить. Дура ты набитая. Эту розетку я специально поломал, потому что ты в нее вечно фен включаешь. И я телевизор нормально посмотреть не могу. Саша, он программист. Он подключится к соседскому Wi-Fi, и теперь у нас интернет будет бесплатный. А, я вижу, он уже пару раз к Wi-Fi подключался, да, к твоему? Надеюсь, бесплатно. Саша, у него дядя, он шишка в ГАИ. Теперь ты можешь хоть пьяным за рулем, если тебе все равно ничего не будет. Да мне пофиг, меня сегодня прав лишили. Тебя торба. Саша, я тебя сейчас... Саша, стой! Все! Саша, последний аргумент, и ты его убиваешь. У него есть второй джойстик от приставки. Что? Джойстик? Так что ж ты, придурок, молчал? Чуй! Ты в фифу 15-ю умеешь рубиться? Чемпион мира! Я тебя сейчас порву. 15-ю фифу я тебя сейчас просто вынесу. В одни ворота, понял? Да, 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 да. Так, поехали. Я за Ювентус. Я за Барселону. А я? А ты за пивом. И за чипсами. Все, я тебе сказал, я порву. Значит, я тебя порву. Ты вовремя сидишь. На троих. Вот и Наита Аната. Да, да, говори по-японски, меня это так заводит. Аима, ожидайся. Да. Ой, я не знала, что филологи такие страстные. Аригато. 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 Вот и Наита. Я не понял. А это японский язык, он мало кому понятен. Я нету, не понял. Хотя это тоже. Что он делает у меня в кровати? Поросеночек, я пригласила в наш дом специалиста по фэншую. Аригато. Аригато. Да мне по фэншую, что он за специалист? Что он здесь делает? Я сейчас объясню. Это японское искусство, которое облагораживает интерьер. И что? У нас все дома не очень хорошо. Нехорошо? Да. Ну, и что бы вы поменяли? Мы... Кровать поменять нужно. Да. Побольше, помягче, да. Чтобы не скрипело. Вот. Ага. Что-то еще? Шкаф поменять нужно.
Узко, неудобно стоять. Неудобно шкафа. Надо больше, чтобы можно лизать. Понял, сделаем. Что-то еще? Рога эти. Что рога? А, эти. Что с ними? Хорошо. Пусть висят на своем месте рога. Хорошо. Хорошо. А может, что-то выбраться нужно с балкона? Пойдем посмотрим, что-то выбраться. Не надо ничего выбрасывать. Не надо, да? Вы что думаете, я в этом вашем фэншуе нишуя не понимаю? Все я понимаю. Вот тут вот мне нужна шкура медведя. Да! Вот. Только где же ты его медведя возьмешь, правильно? Поэтому шкура козла тоже подойдет. Да, шкура козла, хорошо. Ложись. Зачем? Ложись, козел, я сказал. Да. Зачем? Люблю, чтобы ноги у меня были в тепле, когда футбол смотрю. А еще люблю, когда футбол смотрю, пиво пить. Вот тут вот мне подставка нужна. Быстро превратилась в подставку для пива. Конечно, 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 конечно. Ну, с такой подставкой можно даже смотреть «Динамо Жальгерис». Да по флангу проходи, ты придурок! Ё-моё! Поросёночек, а может быть, ты нас уже отпустишь, а то локти затекают. Зато все по фэншую. Сегодня так постоите, а завтра уже будем делать перестановку. Ты будешь подставкой, а ты будешь шкурой. Да бей уже! О, аригато! 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 На троих! Вик, ты дома? А есть что пожрать? Быстрее прячься! Голодный капец! Прячься быстрее! Сожрал бы кого-нибудь. Ты что так медленно одеваешься? А где котлеты? Как черепах. Блин, ну с утра же еще были эти котлеты такие вкусные. Это что еще за явление Христа народу? А? Егорушка, это знаешь кто? Кто? Лунатик. Какой еще лунатик? Слышь, ты! Ты что мне тут впариваешь? Сейчас я проломлю голову этому лунатику, пожалуйста, и все. Не надо, пожалуйста, не надо. Почему это не надо? Ты что, любишь его, да? Нет, потому что лунатиков будить нельзя. Что? Они могут умереть. То есть он реально лунатик? Да. И он сейчас спит? Конечно. Вот видишь? Ну, лунатик он. Ладно, последний тест. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Егор? Как тебе не стыдно? Ты же грабишь человека. Тише! Нельзя будить лунатиков. Да, действительно видно, что лунатик. Да. Как жаль, такая трагическая судьба. Почему трагическая? Он сейчас покрутится и уйдет к себе. Да нет, ты что? Я читал. У них же это статистика хреновая. Каждый второй лунатик выпадает с балкона. С какого балкона? В основном с седьмого этажа. Ой, у нас же седьмой этаж. Да. Да надо же, как совпало. Лунатики что, обделываются во сне? Я не знаю. Так ты не лунатик, ты, ну, резник. Ты смотри, все в человеке прям в одно слепилось. Ну, что ж, не будем, как говорится, портить статистику, правильно? Не надо, Егор, пожалуйста, не надо. Это не туда, у нас балкончик сюда. Да. Слушай, Егорушка. Тихо! Главное, не разбудить инурезника, лунатика, перед тем, как он шмякнется мордой об асфальт. Да. Все, значит, не надо. Да. Ничего не говори мне, я знаю, что он здесь. Где он? В шкафу? А, нету. А, тогда он под кроватью. А, под кроватью тоже нету.
Ёнчик, ты чё, любишь меня, что ли? Ты чё, дурак? Ага! Вот он! Здрасте. Попался! А что я должна была делать? Ты же не хочешь со мной заниматься любовью? Это я не хочу! Ой, прости, пожалуйста, эти знаменитые 32 секунды, из которых 2 секунды этого, а 30 секунд... Знаешь что, Яна? Просто у меня сил не хватает. Ты же меня заставляешь бегать по рынкам, на работу ходить, пылесосить, убирать, кушать, готовить. Вот у меня остается сил только на 32 секунды. Все, вот такой я марафонец на короткие дистанции. Вот ты эгоист и лентяй. Вот и все. Ох, это я эгоист и лентяй. Да? Знаешь что? На! Теперь это твое. Одевай. Зачем это мне? Вот сейчас мы посмотрим, кто из нас лучший муж. На, одевай. Даже не идеальный муж. Правда? Наверное. Ян, прикинь, Анджелина Джоли тоже близнец. Жень, а посуду помыть? Я больше не могу. Мужик, как ты в этом аду выжил? Жень. Ты герой, мужик. А хочешь, тебе массаж сделаю? Ты иди ты в жопу со своим массажиком, я рук не чувствую. Что, сдулся твой идеальный муж? Слабак! А меня еще на 32 секунды хватало. Сашенька, ну прости меня. Ладно, Янчик, прощу. Но только в одном случае. Я сделаю все, что скажешь. Можешь сгонять в магазин за батарейками для пульта, а то я задолбался вставать переключать. Сейчас. Эш, в магазин сгоняй. Я так и знал. Опять полы не помыла. Ну не стыдно тебе, а? Как ты вообще можешь людей в такую квартиру приводить? Вылезай давай, что ты там лежишь? А ты что сидишь? Давай дуй в аптеку за супрастином. Вон у человека аллергическая реакция на пыль твою, между прочим. Ну как так можно вообще, Вика? Ну, а вдруг на его месте мой начальник окажется? Как я мужикам на работе в глаза смотреть буду? Если бы мне кто-то купил пылесос, я бы убирала. О, кстати, слышишь? А ты когда в следующий раз будешь идти, можешь в магазин заскочить, пылесос купить? Да, конечно. 1700 ватт. Как скажете? Хорошо. Слышь, а не холодно тебе там было? Прохладно. Вот я и говорю, давай постелим эти теплые полы. Тебе не в напряг будет теплый пол постелить? Нет, конечно, не в напряг. Слышь, а как тебе наша ванная, а? Ванная у вас просто супер. К ней мне никаких претензий. Все очень хорошо. Да? Да. Так а что ты сидишь тогда? А, что? Дуй давай в магазин. Да. Давай. Ой, да. Слушай, а давай завтра. Ага. Ты приведешь мужика. Угу. Я как будто неожиданно возвращаюсь с работы. Ты его на балкон, значит, вытаскиваешь. Он там стоит, мерзнет, да. А зимой у нас будет застекленный балкон. Эх, Викуля. Мы по этой схеме тут такой евроремонт забабахаем. Угу. Только ты там вовремя зайди, а то мало ли чё. Я тебе дам мало ли чё.
Мало еще. На троих. Я же это все видела. Это что такое? Сашка, я сейчас все объясню. Да не надо мне ничего объяснять. Где Толик? Это кто такой? Я тебя спрашиваю, кто ты такой, Толян, где? Я не знаю, важно ли это, но я Валентин. Да я вижу, что ты Валентин. Господи, где Толян? Толика, мы с ним как бы, мы с ним уже расстались. Подожди, а ты все знал? Да, конечно, я знал. Конечно, знал. Как это? А вот так это? Да мы с Толяном, вот, друзья стали. Да мы с Толяном. Ох, Толян, это же мировой человек был, Толян. Да мы с Толяном, мы вон этот шкаф сделали. Мы с Толяном все окна в доме поменяли. Окна? Так это вы? А я думала, что так быстро? А кто? Конечно, мы. Причем за его счет. Эх, блин. А я пришел домой, сразу понял, что не Толик это, не Толик. Толик-то, у него всегда обувь чистая, он всегда опрятный. После него домой придешь, приятно, чистота. На плите борщ стоит. А это сразу мурло, зашло, наследило. Тьфу, свинья! Подожди, Саша, то есть ты все это время знал про Толика, и все это время ты мне врал? Это я врал? Ладно, я согласна, что я немножечко тоже в этом виновата. Толик, это же мировой человек был. Да, Толик, как же я вообще без Толика-то, а? Толик же мне постоянно отпуск оплачивал. Да мы с ним на все подарки тебе скидывались. Вот этот телефон твой новый, вот этот телефон. А? Это же мы с Толиком его напополам купили. А вот это что? Что это за мурло такое, а? Сашенька, ну ты знаешь, мы с Толиком остались друзьями. Друзьями? Да. Друзьями? Да ты что, вообще уже обалдела, что ли? Ты променяла Толика на вот это вот? Да Толик после этого со мной разговаривать даже не будет. Блин, как же так? Ну, Толик же мне вон со справкой в БТИ обещал. А вот это, что он может? Ты пойми, что мы с Толиком не подходим друг к другу. Мы абсолютно разные люди. Ну, что? Так, давай, короче, собирай вещи. Сашечка, пожалуйста, не надо, я прошу тебя, не выгоняй меня, прости. Да кто тебя выгонять собирается? Кому ты нафиг нужна? Говорю, вещи собирай, сейчас к Толику поедем. Извиняться будешь. Я не хочу, я не буду. Будешь. В ногах у него ползать, на коленях будешь до тех пор, пока он тебя не простит. Поняла? Да. У тебя машина есть? Нет, у меня велосипед. У него еще и машины нет. На кого ты Толика променяла? Ух ты, мурло! Попрошу вас выбирать выражение. Блин, даже бить его не хочется. Фу! Какое платье одеть? Да какое платье? Так, едь! И давай побыстрее, пока Толик себе новую бабу не нашел. Так, слышь ты, очкарик, значит, вся сотка на такси, и чтобы до нашего приезда все тут поубирал. Понял? А где у вас моющие средства? Вот и унитаз! Спасибо. И унитаз помоешь? Да, конечно. А, и это, на ужин картошку мне на сале сделай. Вареную или жареную? О! Цветы Толику! На троих! Удар! А! Мяч ушел на головой. Опа! Это что такое, а?
Саша, я тебе все объясню. Что мне объяснять? Я и так все вижу. Моя жена в постели. С футболистом Кармоленко? Здравствуйте. Ё-моё! Это же Кармола! Ой, прости, я ж забыл, у тебя мениск. Ну вообще супер, а! Саша, прости. Ты за что прости? Ё-моё, это же Кармоленко! Я ж все матчи его смотрел! Блин, а что ж я стою-то, а? Саша, не бей его! Ты что, с ума сошла? Как его бить? Он же весь поломанный. Это ж Кармоленко! Ё-моё! Сейчас, секунду. Алло! Серёнь, привет! Ты даже не поверишь, что у меня сейчас в постели! Нет, да нет, не секретарша. Да не Ирка. Да какая сиськастая из пивной, ты чего? У меня в постели сейчас сам Кармоленко, прикинь! А ты говорил, у меня жена стрёмная. Да на неё Кармоленко даже повёлся. Да, да. Ну там, давай, всем мужикам расскажи. Да, я обязательно приду, выставлюсь. Ага. Всё, давай. Знаете, я, пожалуй, пойду. Как-то неудобно. Куда пойду? Стоять. Я тебя так просто не отпущу. Понял? Без фоточки. Давай, улыбаки, ну. Отлично. Сейчас всё сети клацну. С подписью. Угадайте, кто спит с моей женой. Ой, Кармола, как ты оказался здесь, красавчик. Саша, ты что, меня вообще не ревнуешь? Ты что? Как можно? Это ж Кармола. Я все его матчи видел, он же с 2 метров в ворота не попадает. Я думаю, в постели та же самая ситуация будет. Ну давайте, оттягивайтесь, как говорится там. Оп, и мимо. А я пошел к мужикам. Кармола, капец у меня в хате, ну это ужас. Ну что, продолжим? Штанга, штанга угловой. Иди, тренируйся. Без суда и следствия я требую адвоката! А я требую, чтобы вы сохраняли спокойствие. Тихо! Слышишь, кто-то на балкон лезет. Мой-то в командировке. Это значит, воры? Сделай что-нибудь! Ползет! Ты что? Это же мой муж! Как муж? Быстро одевайся, пока он не пришел в себя! Быстрее! Если он нас увидит, он нас поубивает! Давай! Он сейчас очнется! Ты сказала, он только завтра должен! Я тоже так думала! Все, он очнулся! Он очнулся! Проснулся! Ну что ж, давайте еще раз повторим ваши показания. Гражданка... Шевчук я. Шевчук, давайте еще раз повторим ваши показания. То есть вы утверждаете, что вы смотрели телевизор, как вдруг услышали посторонний шум на балконе, подумав, что это вор, вы его огрели, и вы вызвали полицию. Вот так и было, как вы говорите. Запишите, а я муж ейный, проживаю... На этажей площади. Думал, любовник у нее. Хотел залезть, застукать их и прибить. А получилось, меня прибили. Запишите, прибили меня. Ну, зачем же вы сами-то полезли? Мы-то зачем? Для чего? Чтобы просто так форму носить и зарплату получать? Вызывайте нас, а сами ни в коем случае, ни пальцем даже не трогайте его. Вы что, какое насилие? Так а что же мне делать, если я его застукаю? Ну, если застукали... Поступайте, как мы. Ну, первый раз сделайте предупреждение и отпустите. Поверьте, это лучше любого насилия. Так, а если я в командировку? В командировку? Ну, что ж с вами делать? Вот, пожалуйста, мой телефон. Как только будете знать, что едете в командировку, звоните мне, и я присмотрю за вашей квартирой и за вашей супругой. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. Да, всего доброго. Честь имею. Всего хорошего. Работает все-таки полиция. Улучшение налицо.
А это что? Это... Погоди, я сам отгадаю. Это полицейский вошел, увидел, что я лежу, подумал, что ты убийца, приковал тебя наручниками, чтобы ты здесь не нарушила улики. Правильно? Какой ты у меня молодец. Зря, что ли, я 4 сезона Шерлока посмотрел. Блин, да. Башка болит. Ну, ложись. Прилечь, надо. Ложись. Прилечь. Это чего это? Это мне подбросили. Ну-ка я этого полицейского остановлю. Зачем? Да он же не внес улику. Господин полицейский, офицер. Кошмар. Кровать. Ой, кайф. Как же я устал на работе, как собака. Саша, так, почему мы лежим? Давай быстренько вставай, побежали на пробежечку. Яна, ну какая пробежка? Ты издеваешься, что ли? Я устал, капец. Саша, мы с тобой пробежимся, у тебя появится энергия, аппетит, ну давай. Если я сейчас встану, то энергия у меня закончится. Не, Янчик, все, давай завтра, завтра, не сегодня, Господи, по-любому. Ты почему у тебя всегда все завтра? Я не знаю, там секс завтра, бег завтра. Когда это завтра наступит? Завтра, завтра, Яночка, все завтра наступит, все. Ладно. Я все равно заставлю тебя бегать. Вы точно уверены, что это сработает? Я вас прошу просто побежать в ближайший парк и там бегать. Он по-любому за вами будет гнаться. А? Так, пожалуйста. Дорогая, я дома. Быстрее в кровать. Так, давайте еще раз все проговорим. Да. Он, значит, забегает. Да. Я выбегаю. Да. И бежит за мной 10 кругов, правильно? И все? Вокруг парка. Вокруг парка. Вокруг парка. Ох, ну и денек сегодня. Я прямо устал, как со... Это что за собака у меня тут в кровати? Саша, это мой любовник. Женя, беги. А почему ты за ним не погнался? Подожди, Саша, это мой любовник. Неужели ты его не хочешь убить? Господи, зачем мне бегать? Я мастер спорта по стрельбе, я его сейчас с окна достану. В смысле? Евгений, бегите! Правая нога. Господи, Евгений, прыгайте зигзагами! Левая нога. Ползи. Добрый день. Здравствуйте. Доставку еды заказывали? Еды? Не припоминаю. А вот доставку удовольствия. Удовольствия? Да. У нас целая коробка удовольствия. Да зачем мне все это? Мне нужен ты. Да? Иди-ка. А что ж ты шлем не снял-то? Думаешь, муж придет и по голове надает? И это тоже. О, боже! Дорогая, я дома. О, любимая, ты еду заказала? Какая-то странная еда. Не заказывай больше в этом ресторане, пожалуйста. Викуля, ты же там жрешь под одеялом, что ли? Я не понял. Викуля! Добрый день. Милый, я сейчас все объясню. Это просто доставщик пиццы. Доставщик еды. Да я вижу. Еда, только очень невкусная какая-то. Почему? Очень даже вкусная. Да? Да. Хочешь попробовать? Нет.
Даже шлемки помог. Меня не бей! Не бей меня, пожалуйста, миленький мой! Зверь, что ли, жену? Родную жену избивать. У меня есть другая идея. Какая? Доставщик пищи. И что мне с этим делать? Кушать. Вот это? Прям вот это. А может, не надо? А может, ты хочешь к своему другу? О, очухался. Там место еще есть? Сожительницу возьмешь? Хорошо, я съем. Только можно кетчуп? Только горчица. Может, хотя бы майонез? Горчица. Ну, и что, вы ждете, что я поверю в эту сказочную хрень? Но Альберт действительно дизайнер. Дизайнер? А где ж твои дизайнерские штучки? Что, сапожник без сапог? Нет, я так вдохновляюсь на новую коллекцию. Хотел вдохновиться на новую коллекцию, а получишь инвалидность. Но мы работаем. Да, в поте лица и всего тела. Но мы снимали размеры. Тут. Размеры мне как раз ваши пригодятся для заказа гробиков. Да я вашу жену и пальцем не трогал. Не трогал? Я даже не хочу знать, чем ее ты тут трогал. Сосед сказал, вы уже тут 3 часа. Да, мы 3 часа тут работали. Ага, работали в поте лица и тела. Не тело, что вы такое говорите? Просто я вдохновляюсь так. И уже, кстати, несколько моделей я придумал. Да? И где же они? Что-то я не вижу здесь ни ткани, ни парчи, ни ножниц. В этом-то и фишка новой коллекции, понимаете? Фирменные вещи будут сделаны из подручных средств. Вот, например, модель номер 1. Пожалуйста. Называется «Звезда постели». Ну, допустим. Красиво. Есть еще одна. Секунду, разрешите? Да, надо будет постирать. Вот, пожалуйста, называется «Балконная фея». Ну, допустим. Ну, название дебильное, надо менять. Согласен, есть над чем работать. А у меня есть еще одна. По-моему, я где-то здесь ее видел. Сейчас. И моя любимая модель называется «Экологическая катастрофа». Катастрофа. Ну, похоже. Так а сколько за это можно получить? Ну, я думаю, на аукционе в Милане такая коллекция уйдет минимум за 2 миллиона. Да? Тогда с тебя лям. А чё это ты замялся? Чё закашлялся? Да как-то многовато. Многовато? Так тут же ж все подручные средства мои. И аренда помещения, да ещё и оплата модели подчасовая. Так что готов лям, дизайнер. Так, а если коллекция не продастся? Значит, продадутся твои почки. Работайте. Что делать? Деньги искать. Так как? Я же нифига не модельер. Слушай, скажи спасибо, что тебя сантехником не назвала. Он бы тебя в унитаз смыл бы и все. И долго ли мне ждать мой кофе? Простите, Альберт Валентинович, я совсем забыла, что вы любите кофе без сливок и сделала его вам с сахаром. Накажите меня срочно. Какая ты бестолковая секретарша. Альберт Валентинович! Дорогая, я дома. Как дома? Он же завтра душ. Ох!
Ой, как же я устал на этой работе. Альберт Валентинович, Альберт Валентинович, всем нужен Альберт Валентинович. А ты чего это тут в кровати, в моем галстуке? Я хотела поиграть с тобой в ролевые игры. О, отлично, шашки, шахматы, нарды, все что угодно. Саша, ролевые игры. Ну смотри, я завяжу тебе глаза, а ты будешь ходить меня искать. Так, значит, я тебя буду ходить искать, когда я тебя найду. Потом, значит, я тебе завяжу глаза, буду от тебя убегать, и ты будешь искать меня. Класс! Саша, ты что, тупой? Что? Я завязываю тебе глаза. Так. Ты меня ловишь и делаешь со мной все, что хочешь. А что я хочу с тобой делать? Короче, зачем глаза завязывать? Ты понимаешь, так обостряется ощущение тактильное. О, давай пробовать. Давай. Давай. Так. Так, хорошо. Я буду ходить и хлопать. Да. А ты за мной. Хорошо. Выходишь такой. Отлично. Все. Так, громче хлопай, не ресницами, ладошами хлопай. О! А, сейчас я тебя найду, сейчас я тебя... Ай, твою! Сейчас. А, попалась. О, слушай, Янчик, а я никогда не обращал внимания, что у тебя такие огромные плечи. Ух, ты что, плаванием в детстве занималась? Ох, а руки какие у тебя... Бицуха, ты в спортзал ходишь, да? Ох ты, а какие хорошие нежные руки. А пальцы какие длинные. Ты что, на пианино ходила? О, слушай, круто. Ой, опять спиной повернулась. Да что ж ты спиной-то все время поворачивается. Слушай, да, Янчик, действительно, ощущения совсем другие. Набрасывайся на меня, тигр. Я буквально. Чего мы там? То есть продолжаем? Тебя что, не смущает, что твой муж дома? Меня смущает, что ты на него реагируешь больше, чем на меня. Ну, давай же. Лепестками белых роз. Я думаю, так будет лучше. Это нормально вообще? Ну, конечно, нормально. Это, наоборот, красиво. Посмотри, как он украсил нашу постель. Тигр не должен отвлекаться на суслика. Давай, давай, поцелуй меня. Целуй меня. Поцелуй меня. А вот... А вот и шампанское. Что это? Все, 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 удаляюсь, больше вас не отвлекаю. Нет, я так не могу. Я ничего не понимаю. Что вообще происходит? Что? Ничего не происходит. Просто я его застукала, когда он мне изменял. И теперь по брачному контракту я могу отсудить все наше имущество, понимаешь? Вот он и пытается мне угодить. Так что ж ты сразу не сказала? Ну, давай же ему отомстим, что ли? Нормально, сейчас мы ему отомстим с тобой. Сейчас мы ему отомстим. Я так понимаю, 1-1, да? А? Нет, дорогой мой муж, не 1-1, а 1-8. Я себя 8 раз застукала, правильно?
Или ты, скотина, хочешь, чтобы я прямо сейчас все пошла и отсудила? Я, кстати, нотариус. Ой. Можем прямо здесь все оформить. Ну, нотариус — это очень удобно. Нет, послушайте, ну зачем нам нотариус? Я просто хотел спросить, ужин уже начинать готовить? Да. Нести в постель? Готовь, неси в постель. И быстрее! Будет сделано. Вот нам это сервис. Нам же силы нужны. Да? Нам же еще 7 разиков. Как 7 разиков? Ой, я не собираюсь ему проигрывать. Ой. Можно там петрушки, сельдерея, орешков побольше? Будет сделано. Спасибо. Кто-то там говорил про орешки. Грецкие орешки.